уже пиздец. Ну потому что фига. И там все. Красный цвет. Получили множество плюсов. Да, просто вот мы сделали, ну, магнит такой купольчатый. А вот по этой плоскости? Это мы постоянно сейчас просто как бы гоним. Да, магнит. В одну сторону. Да, 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 да. Ну, просто полюсный магнит. Получилось, да. Ну, как идут они, надо точно просто посмотреть. А вот там как место. Вот здесь? Да, в другую сторону. Не, ну она везде будет. Везде, да, 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 да. Она вот будет. Да. Ну что, снимем это сразу. Что снимем? Ну, я это... Вот этот вот покажем, да? Да, вот этот вот видно. Лишнее вот уберем. Что мы делаем? Ну, вот сейчас сверху смотрим. Фактор времени здесь, в этой спирали, дает вот тут превращение бесконечного максимум энергии. Если, конечно, ну, например, в другую сторону закончился один магнит. А вот если время-то... Это как эффект Дженнибекова, да? Получается, если... ну вот их 4 магнита получилось. То есть в одну сторону, потом виток в другую сторону, да? Ну да, получается. Меняет пульс. И причем он здесь вот их 4, сколько получается, таких сильных. Вот один, да, такой мощный. Но тут надо быть осторожным. Вот здесь вот один из сильнейших. Вот здесь есть мощный. Вот здесь как-то не очень. Не очень, не очень, не очень. Ну вот он еще. Один. У него вот здесь вот получается самый сильный, на самом деле. Который сдвигает людей. Нет, надо, знаешь что, это надо вот эту фольгу смотреть, так хрен ты компасом увидишь.
Ну, меняется он, да, вопросов нет. Так, и так, да? Да, и так. Получается. Все, вот так возьму. Ты хоти просто, да, вот так вот ставим. Вот они, видишь, края катушки uh-huh. получаются, там, где стыки. Ну да. Все равно делится, оно вот это вот получается. Очень странно вообще. Ну вот у него есть вот точки, где наибольшее, как бы он неравномерно, что ли, получается сейчас. То есть как-то неравномерное поле. Это надо бумажку вот эту ложить, чтобы вот это магнитное посмотреть. А по переменке еще посмотрим, что будет по переменке.